очень уверенно действует. Я вам не представил. А сегодня эту встречу обслуживает бригада. Будут взаимодействовать Такуми Минамино и Эльес Бенси на других скоростях в норвежском чемпионате. Пришел он в этот клуб в 2021 году, причем изначально он был в втором году, собственно, покидал временно. Вот, как только я начал рассказывать про новое руководство в Рене. Никак не могут футболисты на газон мяч опустить, и вот туда Данда. Пойдем. Очень высоко прессингует футболист. Этот пост покинул Оливье Куарек. Человек, главный аспект игры команды Жюльена Стефана, потому что Пин, Людовик Блас, заявил о себе терапевта и периодически после тренировок, для того, чтобы чувствовать себя получше, рисует фойе. Заброс налево. Есть еще и Саша Головин, который, в принципе, в центре поля Манегасков не потеряет. Фойе. Неплохо. Клуб номер один во Франции. А здесь все такое Минамино. Красно-черных. Несмотря на то, что команда. Сомнительно. Пое. Камара. Видеоповтор. Выпизу. Честно, не совсем понимаю. Откуда Тумалянар взял такую. Михаил Файе. Рена. Ларин Балагун. Это его играет. Пространство. Это входит в штрафную. Передача под удар. Очень мощно. Шел из. Ну и, пожалуйста, Лео Остигар, боец, который больше всех целей Нике на штрафной площади. Боковой арбитр только сейчас. Флажок поднимает. Фойе, вот, ну и Михаил Фойе тоже свое участие в сегодняшней игре.